Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Телеграм-канали пишуть про вибухи на Антонівському мосту та серії потужних вибухів у Херсоні, поки українці гризуться між собою, окупанти атакують. Ніколаївський Ванюк записав звернення до усіх українців далі мовою оригіналу. Слушайте, та звіздец на костях уже ізрядно надоели, абсолютно нічого полезного нам не несет какое-то. Войны между непонятными нардепами и военными, там фортификации нет, здесь бабки опять украли, там еще что-то. Уважаемые, если вы забыли, я напомню, какая сейчас у нас ситуация. Фронт на Донбассе давят конкретно, особенно после последних успешных ротаций, когда неизвестно, кто на местах настолько грамотно их провел, что мы проебали настолько взводных и ротных опорных пунктов. Помимо Покровска, появляется угроза вокруг Угледара. Происходят какие-то непонятные перемещения наших войск, и я бы хотел как-то понять, что мы делаем, что у меня такого понимания нет. У нас какого-то в Раде до сих пор сидят какие-то личности, которые открыто не понимают, что происходит, но им виднее, как воевать, конечно, и они в итоге прямо работают против нашей же страны. Весь звездец, а война – это тотальный звездец этой войны, и наши проблемы каким-то образом сливаются даже не каким-то агентикам, а просто публично лупят, и в итоге толк от этого, кроме как общественного резонанса и дополнительной инфы, абсолютно никакого. Делаем вывод, дисциплины у нас в военно-политической сфере никакой нет. Для тех, кто внутри, это уже давно не секрет, всем пофига, все дерутся за посады, звания, пиар, наградную чепуху, ведь война один раз, нужно отопять все. Это цитата реального человека, если что, так вот, чем это все грозит, учитывая беспринципность и прямолинейность Руснявых, используя все внутренние конфликты и прочий важный слив, о котором они пока понятия не имеют, помимо Покровска, они ударят еще где-то, например, на Херсон. Вы, кстати, когда последний раз видели главкома или кого-то из верхушки в Херсоне? Учитывая абсолютно пофигистическую коммуникацию сверху вниз, а когда командующие на местах по вертикали докладывают херпами, что? И это причем абсолютно на всех направлениях, кроме двух, и то потому, что там поменяли командование на грамотных офицеров. К следующему такому звездецу мы можем быть не готовы. И опять будем тушить очередной пожар, вытаскивая важные поздравления с отдыха подготовки раньше времени. Партнеры, видя все это, этот звездец и абсолютная халатность как военных спецслужб, так и военно-политического руководства вместо техники скинут нам открытку «Держитесь, и тогда будем держаться». Алексей был одним из самых топовых пилотов, он сам очень хотел и вылетел ночью любить эти мопеды, и по ночам до массированного обстрела он сбивал не один и даже не пару мопедов. К сожалению, информация о потере борта и предварительные обстоятельства были известны несколько часов после событий, и вместо нормальной скорби за человеком, профессионалом, без сомнений, элитой, элиты нашего войска, начался новый раунд Mortal Kombat. Еще десяток таких раундов, господа и дамы, и будет фаталити. А потом будем ныть и вините всех, кроме себя, что произошло. Что произошло? Сейчас этап, когда это не русские выигрывают, а мы проигрываем, причем с треском, потому что, ну, там переговоры же должны быть, и кем и чем нам воевать, ну, там же все порешали, чем нам тут париться и так далее. Поэтому, уважаемая верхушка, а также лица, которые напрямую связаны с управлением наших войск, вы либо собираетесь себя и всех в кучу и начинаете делать что-то с минимальным количеством ошибок и выполнять свои обязанности, в том числе принимать ответственность за свои деяния, а не спихиваете их на кого-то. Если вы объективно не в создании это сделать, освободите место для достойного кандидата, либо фаталити, причем для всех. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!